Всем привет! Я Юлия Барсукова, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике. И сегодня у меня в гостях трехкратная чемпионка мира по акробатическим танцам Ольга Остроухова. Олечка, привет! Здравствуй! Рада тебя видеть! Спасибо! Чем ты нас сегодня удивишь? Ну, сегодня я хотела бы вам показать упражнение на растяжечку спины, на гибкость. Встаем на коленочки, подаем таз вперед, беремся за пяточки, прогибаемся, смотрим назад, таз вытягиваем вперед как можно сильнее. Хорошо. И закрываемся. Отдыхаем, чтобы спинка отдохнула. Вот, молодцы. То же самое, ложимся на спиночку. И, наверное, мостик лежа все умеют делать. Мы можем с тобой все делать стоя. Давай. С тобой стоя, а девочки пока лежа. Давай. Вот. И тянемся на руки. Качаемся. Девочки, ложимся. Мы встаем. Молодцы. Это очень хорошо развивает нашу спинку. И давайте наклончик сделаем, чтобы спиночка не болела. Оль, для многих танец – это развлечение. Чем для тебя является танец? Ну, для меня это моя жизнь. Это стиль моей жизни. Ну, без танцев жить я не могу. Всю жизнь я танцую, выступаю, работаю. Для меня танец – это и работа, и отдых, и хобби, и увлечение, все. А еще, я знаю, ты работала со многими звездами шоу-бизнеса. Самое яркое впечатление, с кем больше понравился? Ну, очень мне понравилось работать с Софией Ротару. Очень приятная женщина. Выступали с ней, ездили на гастроли. Очень понравилось. Давай, показывай, что там еще нам приготовил сегодня. Так, ну, сейчас хотела бы еще вам показать элементик. Как бы, ну, давайте сначала чуть-чуть махи поделаем. Наклончик вниз, пальчики ставим. Ножку на носок и мах ногой назад. Машем. Делаем махи. Хорошо, молодцы. Сделали вдох и выдох. Еще у меня вот один наш трюк. Заявочку тоже в книгу рекордов Гиннесса хочу сделать. Перевороты на месте делаются. Ну, здорово. Спасибо. Юлечка, ну парочку покажи. А вообще ты сколько планируешь сделать? За минуту? Ну, это за минуту сколько успею. Ну, ты парочку хотя бы сделай. Я так ну. Не буду. Во, молодец, ура. Умничка. Еще тогда одно упражнение на растяжечку. И как бы идет подкачка мышц. Ложимся на спиночку. Одну ножку мы сгибаем. И делаем мах ногой. Гвозди сбиваю. Хорошо, молодцы. Отлично. Оль, спасибо тебе большое. Растянула, погнула. Конечно, я не советую, на самом деле, всем зрителям сразу пробовать это сделать. Ну да, конечно, надо предварительно позаниматься более подольше. Тебе желаю успехов, удачи. Спасибо большое. Приходи к нам снова. Я буду рада. Смотрите нас на канале «Россия-2». Увидимся! Желаю вам здоровья, хорошего настроения на занятиях и смотрите гимнастику с Юлией Барсуковой.